нас нет распри с вашим народом. У муравья тоже распри с сапогом нет. Вы намерены раздавить нас? Я принес благие вести. Я освобожу ваш мир. И от чего же? От свободы. Свобода есть величайшая ложь. Стоит вам это принять, и ваши сердца познают мир. Да, ты говоришь мир, а я уверен, задумал другое. На колени предо мной! Я сказал... На колени! Разве так? Не проще? Разве это не естественно для вас? Это глубинная суть человечества. Вы жаждете рабства. Соблазнительный луч свободы заставляет вас не радоваться жизни, а мечтать о завоевании власти. О самопознании. Вы были созданы, чтобы служить и до конца дней стоять на коленях. Не перед такими, как ты. Вам нельзя здесь находиться. Все должно было случиться иначе. Закончиться быстрее. Могу себе представить вашу боль и непонимание. Но знайте, то, что с вами происходит, часть чего-то большего. Оно древнее всего, что вам известно. Вы видели ужасные вещи. Армию кошмарных созданий. Но они ничто по сравнению с тем, что было до них. С тем, что находится внизу. Наша задача – умиротворять древних богов. А ваше — быть принесенными им в жертву. Простите нас, и мы покончим с этим. Ну а какова же ваша цель? А ее нет. Нас не преследует призрак смертности, как вас. Мы бессмертны. Я не понимаю. Свадьба. Это прогулочка. Почему бы просто не убить меня и Дею? История пойдет по намеченному нами курсу. Саптан станет следующим правителем. Девятый луч будет оставаться в руках тупых скотов, которыми можно управлять. А трагедия гибели Деи навсегда закрепит его власть. Мы играли в эти игры, когда этой планеты еще не было. И будем играть после того, как погибнет ваша. Но не мы доводим планеты до гибели, капитан. Мы управляем ими. Кормимся ими, если угодно. Но на каждой из планет каждый раз происходит одно и то же. Рост населения, раскол в обществе, повсеместные войны. А в это время... Планета опустошается и тихо угасает.